Здравствуйте, вы смотрите новости. В студии работает Сауле Байгалиева, сурдоперевод Жандоса Адилова. И в начале выпуска коротко о главном. В семье возобновлен прием документов для участия во втором этапе жилищной программы «Бахты отбасы», а также готовится к реализации новая программа 5-10-20. Военнослужащие покинули блокпосты. На въезде и выезде из семьи завершено дежурство. Последний звонок в школах в этом году прозвучит только для выпускников. Торжественная линейка пройдет 4 июня под открытым небом и без гостей. Время режима тишины в Казахстане изменится. Теперь он будет действовать с 22:00 до 9 часов утра. На пленарном заседании Мажилиса парламента во втором чтении рассмотрен законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, передает корреспондент Казинформ. В целях соблюдения требований статьи 14 Конституции Республики Казахстан о равенстве всех перед законом и судом установлено единое время соблюдения режима тишины для всех граждан в рабочем дни с 22:00 до 9 часов утра, выходные и праздничные дни с 23:00 до 10 часов утра, сказал депутат в докладе по данному законопроекту. Как сообщалось ранее, законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения одобрен во втором чтении. Документы казахстанцев с истекшим сроком годности будут действительны до 10 июля текущего года. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана. Просроченные документы можно заменить в течение 2 месяца со дня окончания чрезвычайного положения. В список документов, признанных действительными по постановлению до 10 июля, вошли документы, удостоверяющие личность, водительские удостоверения, в том числе временные свидетельства о прохождении обязательного технического осмотра, разрешение на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия и патронов к нему, визы, разрешение на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, разрешение трудовому иммигранту и работодателю на привлечение иностранной рабочей силы, а также свидетельство лица, ищущего убежище. Продолжаем выпуск. В Казахстане 64 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает сайт коронавирус2020.кз. Из них в Восточно-Казахстанской области 2, в городе Нур-Султан 4, по одному вылечившемуся пациенту в городе Шымкент, Кустанайской и Атырауской области, 12 вылечившихся в Карагандинской области, 9 в Западно-Казахстанской, 15 в Павлодарской, 9 в Кызылординской и 10 пациентов в Алматинской области. Общее же количество вылечившихся казахстанцев достигло 2287 человек. С 12 мая в связи с окончанием чрезвычайного положения в стране в районах и городах Восточно-Казахстанской области жизнь возвращается в прежнее русло. Вместе с тем в городе Семей ситуация остается сложной. Есть высокий риск заражения коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю значительно увеличилось количество инфицированных опасным заболеванием. Из 53 подтвержденных случаев коронавируса в области 43 человека в городе Семей. Основным очагом по официальным данным является поселок Восточный, где зафиксировано 26 случаев заражения. В связи с этим было принято решение о введении дополнительных карантинных мер в городе. Запрещается въезд и выезд за исключением зеленого коридора и спецкатегории жизнеобеспечения. Я знаю о проблемах с общественным транспортом в городе Семей и Каменногорск. В связи с чем поручаю акимам городов увеличить количество автобусов. Отмечу, что с 8 мая все заезжающие лица на территорию области в строгом порядке проходят экспресс-тестирование. В целом по области карантинные мероприятия будут продлены до 7 утра 1 июня 2020 года. С середины марта в Восточном Казахстане режим чрезвычайного положения нарушили 1356 человек. Полиция Восточного Казахстана подвела итоги работы по противодействию нарушению режима чрезвычайного положения. И по данным Департамента полиции региона, с ограничениями на передвижение, связанными с эпидемией коронавируса, смогли справиться далеко не все восточно-казахстанцы. Многие жители проигнорировали запреты. Двоих таких нарушителей задержали на днях. В ходе профилактических мероприятий полицейские поймали двоих жителей города Аягуль
Рогоз, которые оказались приверженцами деструктивного религиозного течения. Нарушив режим карантина, они открыли отдел продажи и ремонта сотовых телефонов. Пойманных нарушителей привлекли к административной ответственности. Как рассказали в полиции, всего в период с 18 марта по 10 мая за подобные отказы соблюдать ограничительные требования наказаны уже 1340 восточно-казахстанцев. При этом около 300 из них получили штраф от 10 до 40 месячных расчетных показателей. Порядка 230 человек были арестованы. Военнослужащие казахстанских вооруженных сил покинули блокпосты на въезде и выезде из города Семи. Также прекращено совместное патрулирование улиц города с сотрудниками полиции. Напомню, что с момента введения в Казахстане чрезвычайного положения военнослужащие и военная техника были привлечены к несению дежурства на 15 блокпостах. Кроме того, они участвовали в патрулировании улиц города в рамках обеспечения безопасности и соблюдения карантинного режима. С момента введения чрезвычайного положения и дополнительных ограничительных мер военнослужащие и военная техника регионального командования «Восток» несли круглосуточное дежурство совместно с сотрудниками полиции и здравоохранения на 15 блокпостах по периметру городов Усть-Каменогорск и Семей. Дежурство проходило в три смены. На каждый пост в смену заступало по 6 военнослужащих. На блокпостах они совместно с сотрудниками полиции выполняли пропуск и досмотр проезжающей техники. Мы сейчас сворачиваем блокпост номер 4, расположенный на трассе Семей-Алматы. Этот блокпост, как и другие, был установлен со 2 апреля согласно введенному в стране чрезвычайному положению. Здесь военные совместно с сотрудниками полиции и медицинскими специалистами контролировали въезд и выезд из города. Отметим, что кроме дежурства на блокпостах с целью обеспечения контроля за въездом и выездом автотранспорта, военные были привлечены и к патрулированию улиц Семея. Во время совместных с полицейскими дежурств военнослужащие РКГ «Восток» проявили себя с лучшей стороны. В частности, ими был задержан вор при попытке ограбления магазина и гражданин, занимавшийся автокражами. В период со 2 апреля по 10 мая военнослужащие регионального командования «Восток», в частности, по городу Семей, в количестве 430 человек привлекались на совместное патрулирование вместе с полиции города Семей. Ряд военнослужащих, которые отличились, были поощрены грамотами и благодарственными письмами. С завершением действия режима чрезвычайного положения личный состав и военная техника регионального командования «Восток», задействованные в дежурстве по усилению блокпостов, дезинфекции и патрулировании населенных пунктов, вернулись в места своей постоянной дислокации. Самат Сикенов, телеканал «Семей». В Семее возобновлен прием документов для участия во втором этапе республиканской социальной программы «Бақытты отбасы». Напомним, что на данную государственную программу могут претендовать только три категории граждан. Заявки принимаются в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. Кроме того, для решения жилищной проблемы для очередников в стране будет запущена государственная программа 5-10-20. Подробности в следующем видеоматериале. Напомним, второй этап программы «Бақытты отбасы» стартовал в марте текущего года. Однако в связи с чрезвычайной ситуацией в стране эта работа была приостановлена. И вот сегодня программа снова возобновлена. Стоит отметить, что документы выдаются на первом этаже отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. Заявления принимаются при соблюдении всех норм санитарной безопасности. У нас участвуют три категории. Это многодетные семьи, неполные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, именно из числа очередников, которые состоят в очереди. На сегодняшний день у нас выдано, получается, 39 направлений. Также те, кому выдано было направление до введения карантина, они должны повторно обновить документы и также повторно получить направление. Кроме того, для решения проблем, стоящих в очереди на жилье, правительством разработан проект 5-10-20 по обеспечению населения кредитным жильем. В данной программе могут принять участие все граждане, стоящие в очереди в местных исполнительных органах. На сегодняшний день их количество составляет 10 896 человек. Обрабатываем сейчас списки, то есть мы всех очередников разбили по категориям. Программа получается очень как бы доступная на сегодняшний день. И именно для бюджетников, скажем, для тех, кто сможет взять ипотеку под низкий процент.
на 20 лет. Пилотный проект 5-10-20 будет запущен в качестве нового направления программы «Нурлы-Жер». Жилье можно приобрести как в новых жилых комплексах, так и у частных застройщиков, построенных в рамках данной программы. Сейчас обсуждаются условия проекта. В нем будет закреплена цена за квадратный метр жилья в каждом регионе. К примеру, стоимость одного квадратного метра в нашем регионе составит 160 тысяч тенге. При этом стоимость жилья не должна превышать 12 миллионов тенге. По словам представителей отдела, это предварительный механизм. В дальнейшем в проект будут включены ряд пунктов и условий. Необходимую информацию можно получить по телефону 56 48 11 или в коммунальном отделе в кабинетах 209 и 211. Самат Секенов, Бахыткуль Казес, Гульнас Каукен, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей». В связи с завершением режима чрезвычайного положения в стране остановился прием заявок на получение социального пособия в размере 42 500 тенге. О том, сколько человек получили данную помощь в городе Семей, подробности в нашем следующем видеоматериале. Как известно, пособие в размере 42 500 тенге назначалось временно в период чрезвычайного положения. Претендовать на данную выплату могли только 7 категорий граждан. 11 мая режим чрезвычайного положения в стране отменен, а вместе с этим остановлен и прием заявок на получение пособия. На сегодня уже портал приема заявлений остановлен, прием заявлений и выплаты прекращены. На первом этапе данную социальную помощь по городу Семей получили 86 174 человека. И 50 147 из них получили выплату второй раз. Это те, кто успел подать заявление до 16 апреля. Обращения, поданные до 11 мая, также будут рассматриваться. И в случае соответствия всех документов будут одобрены и пособия выплачены. Социальная поддержка была введена именно на период ЧП. С 11 мая ЧП по всему Казахстану был отменен, в связи с чем эти выплаты сейчас прекращаются. Но вы знаете, что в ряде регионов, в том числе в Восточно-Казахстанской области, карантинные меры ограничения остаются, но эти ограничения не предусматривают таких выплат. По словам руководителя отдела Мурата Куржихаева, за это время на портале возникали технические неполадки. По этой причине некоторые граждане, кому пособие было одобрено, до сих пор не получили его. В настоящее время с каждым из них ведется разъяснительная работа. И, как заверили в отделе, положенное пособие будет выплачено. Сауле Байгалиева, Гульнас Каукен, Ельжан Максумов, телеканал «Семей». Месяц мая – время подведения итогов учебного года. В эти дни школьники Семей сдают работы для суммативного оценивания за раздел, а со следующей недели начнется сдача итоговых работ за четверть. Все проводится по-прежнему, дистанционно. Ну а выпускники готовятся к сдаче единого национального тестирования. Что же касается последнего звонка, то пройдет он 4 июня. Учебный год для школьников Семей, как и во всем Казахстане, заканчивается нестандартно. Четвертую четверть ученики проучились дистанционно. Метод удаленного обучения стал для казахстанских школ новым явлением, поэтому при его внедрении возникли определенные трудности, которые постепенно решались педагогами и родителями. Несмотря на сложности, совместными усилиями дети проходят необходимую программу обучения. В эти дни подводятся итоги этой работы. Дети проходят суммативное оценивание за раздел, а 18 мая начнется суммативное оценивание за четверть. Все также проводится дистанционно. Так как на протяжении четвертой четверти все занимались удаленно, то итоговая аттестация в 9 и 11 классах отменена по приказу Министерства образования. И итоговые оценки, соответственно, будут выставляться на основании годовых за первую, вторую, третью и четвертую четверти. 11 классы начали подготовку к единому национальному тестированию. То есть у них больше появилось времени для подготовки к ЕНТ. В этом им помогают педагоги, а также сайт Центра национального тестирования проработал вопрос и организовал более 70 тестов бесплатных, которые также, тренируясь, могут проходить наши выпускники.
В этом году из школ семей выпускаются 1640 старшеклассников. Уже завершена регистрация на ЕНТ. Она проводилась электронным способом. В итоге желание сдавать ЕНТ изъявили 1417 человек или 85% от общего количества выпускников. Надо отметить, что 11 классы – это последняя параллель школьной системы, которая занимается по старой учебной программе. То есть вместо суммативного оценивания для старшеклассников сейчас проводятся итоговые контрольные работы. В связи с продлением срока карантина последний звонок для учеников города прозвенит 4 июня. Так как дети не ходят в школу и до сих пор еще не отменены карантинные мероприятия, то как такового праздника последнего звонка, как всегда, 25 мая не будет. Но для выпускников он прозвенит и прозвенит 4 июня. Как вы знаете, обычно из года в год праздник последнего звонка, выпускные вечера, вручение аттестата проводится где-то в середине июня. Но так как сейчас дети не сдают итоговую аттестацию, то он будет проведен 4 июня. День уже определен. Желательно по рекомендациям Министерства образования его проведение будет на улице, не в закрытых помещениях, без большого приглашения гостей. И по завершении вручения аттестатов будет высажена аллея выпускников, то есть посадка деревьев. Как известно, Министерством образования разработан алгоритм и по возобновлению работы детских садов. Однако из-за неблагоприятной эпидситуации по коронавирусу в семье этот вопрос пока остается открытым. Мы ждем официального решения регионального штаба Восточно-Казахстанской области, и только после этого будет дан старт для открытия дежурных групп или полностью детских садов. То есть это будет зависеть от эпидситуации в нашем регионе. Но сегодня детские сады уже прорабатывают вопрос по открытию, готовят свои детские сады. С наступлением лета традиционно начнется прием заявлений в первые классы. В этом году в этой процедуре изменений нет. Прием производится с 1 июня по 30 августа. С прошлого года подача заявлений и соответствующих документов осуществляется электронным способом. Сауле Байгалиева, телеканал «Семей». В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране многие организации, в особенности спортивные, временно приостановили свою деятельность или перешли на дистанционный режим работы. Специалисты в области спорта делятся своим опытом, как в таких условиях продолжать свои тренировки. Подробности в видеоматериале. Каждый человек знает, что спорт воспитывает волю человека, его выносливость, терпение и ловкость. При этом любой вид спорта оказывает влияние на поведение человека. Но сегодня те, кто с удовольствием занимается спортом, не могут продолжить занятия в специальных залах. Как им быть в сложившейся ситуации? На этот вопрос подробно ответили специалисты. В период ограничительных мер, прежде всего, это режим питания, дисциплина, обязательно зарядка. Вот. Если здоровье позволяет, можно отжиматься, качать пресс, приседать, пить воду 1,5-2 литра в день. В четные и нечетные дни, у кого как получается, делать небольшие прогулки, вот. Дышать воздухом. Вот. Если есть собака, с собакой гулять. Тренироваться можно 2-3 раза в неделю, в зависимости от тренированности, от здоровья, можно и 4 раза. То есть зависит от восстановления организма. Некоторые спортивные организации проводят онлайн-тренировки в определенное время. Это дает возможность сохранить ежедневный режим и не позволяет расслабиться. Во время ЧП мы начали такое новшество, это онлайн-тренировки через программу Zoom. Все ребята скачали, подключились. В точно таком же формате проводили тренировки по час-полтора, вот примерно так по времени, чтобы ребята поддерживали как-то свою форму. Во время глобальной пандемии важно уделять особое внимание здоровью и строго соблюдать нормы личной гигиены. Кроме того, ведение здорового образа жизни и систематические занятия спортом положительно сказывается на здоровье человека. Самат Секенов, Фатима Айдын, Жаксалык Серикбек.
Предстоящие 3 дня в стране будут дождливыми. Синоптики представили прогноз погоды на 14-16 мая, сообщает Казинформ со ссылкой на Казгидромет. На всей территории республики ожидается неустойчивый характер погоды. Этому будет способствовать быстрая смена климата. Ожидается понижение дневной температуры. Также местами ожидаются туман, шквал, возможно, выпадение града, говорится в сообщении. Напоминаем, что наши новости доступны также на сайте семи.tv.kz. На этом выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи.